Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим с вами на чрезвычайно интересную тему про то, как разогнать метаболизм. Вы уже готовы? Сейчас будем разгонять. Сейчас, одну секунду, только маленькое предисловие. Почему я вообще решил на эту тему с вами говорить? Потому что раньше, когда я говорил исключительно про детей, у меня такой проблемы не было. Никто не ставит целью разогнать метаболизм ребенку, потому что понятно, что скорость обмена веществ а обмен веществ ⁇ это и есть метаболизм. Так вот, ни у кого нет сомнений в том, что у ребенка очень хорошая, очень быстрая скорость обмена веществ. То есть, типа, детям разгонять метаболизм не надо. Но стоило мне записать несколько видео про питание взрослых. Так ко мне стали поступать в огромном количестве вопросы про разгон метаболизма. Кроме этого, я вам приоткрою завесу тайны. Моя команда сейчас работает над курсом, над большим, серьезным, образовательным курсом про питание, не только детей, но прежде всего именно взрослых, про диеты, про и так далее. И там тема метаболизма и разгона метаболизма всплывает удивительно часто. Теперь возникает вопрос, и он самый главный. Для чего? мы должны разгонять метаболизм. Можем ли мы разогнать метаболизм? Должны ли мы это делать? То есть, вот смотрите, когда людям приходит в голову мысль о необходимости разогнать метаболизм? Когда это происходит? Когда вы едите полную тарелку еды, и у вас растет попа, а ваша подруга ест точно такую же полную тарелку еды, точно такой же, а у нее попа почему-то не растет. Почему? Потому что вам объясняют, у вас медленный метаболизм. Поэтому вот эти все калории вы прям накапливаете, бережете и не тратите. А у подруги быстрый метаболизм, поэтому она тратит калории. То есть она может есть с утра до ночи и не поправляться. И ест она с утра до ночи и не поправляется, именно потому, что у нее что? Быстрый. Метаболизм. Я такой хочу, хочу есть с утра до ночи и не поправляться. Доктор, миленький, дайте мне рецепт, дайте мне волшебную таблетку, дайте биодавку, чтобы я ела, 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 закусила этой биодавкой, а у меня такой быстрый метаболизм стал. Ух, все сгорело и не поправилось. Ой, и вот я начинаю изучать эту тему, начинаю погружаться в рецепты. У меня волосы встают дыбом, когда я читаю советы. Вот знаете, больше всего мне нравится, понравился страшно совет такой пейте зеленый чай. И вот что люди представляют себе? Вот представьте себе, такой худенький-худенький, вот в шляпе вьетнамец или китаец, который просыпается в 5 утра, идет, идет за 5 километров на рисовое поле и целый день работает, работает, остановился на 5 минут, съел немножко риса, запил зеленым чаем и опять работает, работает до ночи, перед сном съел немножко риса и уснул. Так знаете, что он худой? Вы знаете, почему? почему у него метаболизм быстрый? Потому что он пьет зеленый чай. То, что он ест по щепотке, то, что он пашет с утра до ночи, это никому не интересно. Он худой потому, что пьет зеленый чай. Все остальное никто не видит. Или вот другая тема. Живущие в горах долгожители. Известно, что кислород, от него очень зависит скорость обмена веществ. В условиях дефицита кислорода, хронического дефицита кислорода, обмен веществ замедляется. То есть люди, живущие высоко в горах, в во разреженном воздухе, имеют медленную скорость метаболизма, ну, в сравнении с точно такими людьми, которые живут не в горах. И именно вот эта меньшая скорость метаболизма приводит к тому, что люди долго живут. То есть. С одной стороны, мы хотим все сжигать и иметь быстрый метаболизм. С другой стороны, мы хотим жить долго. Как-то опять ничего не пересекается. Тем не менее, что мы должны знать? Что вот этот самый метаболизм или обмен веществ который фактически отражает расход калорий, энергозатраты ну, в процессе жизнедеятельности человеческого организма. Так вот, весь этот обмен веществ, все эти энергозатраты можно разделить на определенные составляющие. При этом выглядит это примерно так. От 60 до 70 процентов суточных затрат – это так называемый базовый метаболизм или скорость основного обмена. То есть, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни думали, чем бы мы ни занимались, в нашем организме происходят определенные биохимические процессы, процессы обмена веществ, и эти процессы охватывают примерно 60-70% суточных затрат энергии. Кроме этого, есть так называемый энергетический расход за счет бытовой физической активности. Еще раз, мы не совершаем никаких резких движений, мы просто встали, пришли на кухню, сели, достали чайник, налили кипяточку, что-то сделали, что-то съели, сходили на горшок, умыли лицо, почистили зубы. И вот это... Обычная бытовая активность ⁇ это примерно 20-30% суточных затрат энергии. Еще 10% суточных затрат ⁇ это энергия, которую мы непосредственно тратим на переваривание пищи, на то, чтобы запастись энергией. И еще 10-15% суточных затрат ⁇ это энергетический расход на физическую активность, на дополнительную физическую активность. У кого-то может вообще этого не быть, но часто это 10-15% именно когда нужна нагрузка. Пробежались по лестнице, пошли позанимались спортом, догоняем уходящий автобус и так далее. И так далее. А теперь вопрос: на что из вот этого всего мы фактически можем влиять? Ну, наш базовый метаболизм это константа. Мы на него не влияем в принципе. Он зависит скорее от нашей генетики, от нашего состояния здоровья, от нашего возраста. Это процесс, еще раз говорю, более-менее стабильный, стандартный, постоянный. Вряд ли мы можем на это повлиять, на то, как нам повезло с состоянием здоровья, в каком соотношении наши гормоны, наш характер, наш образ жизни. Дальше вот именно образ жизни плюс бытовые привычки – это то, что тоже практически константа. И остается всего два, собственно, компонента, на которых люди пытаются влиять, изменяя скорость метаболизма. Это физические нагрузки и питание. И тут начинается куча диет, куча физических нагрузок. И здесь мы никак не можем понять чуть ли не самое главное, что лежит в основе любой диеты, любого принципиального воздействия на наш образ жизни. Это способность организма адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. В условиях, когда калорий не хватает, что делает наш организм? Наш организм меняет скорость обмена веществ, замедляет его, экономить надо. То есть эта адаптация организма к нашим попыткам немедленно что-то изменить, немедленно что-то ускорить, она практически сводит на нет все волшебные усилия. Но людям просто психотерапевтически. Вот очень хочется, очень надо что-то обязательно делать. И люди начинают читать умные книжки, в которых есть рецепты. Ну вот, смейтесь, крепко спите, отдыхайте. Просто если бы вам сказали другое, не просто крепко спите, а то, что я вам, как попугай, говорю последние 40 лет, спите в чистой, прохладной комнате. Потому что, например, когда вы спите при температуре плюс 19, то организм тратит энергии намного больше, чем когда вы спите при температуре плюс 23. Да? Но, как правило, никто об этом ничего не пишет. Просто высыпайтесь, не надо стрессов, не надо объедаться, не надо, не надо, не надо. Но когда ты начинаешь погружаться в тему, то понимаешь, что тема усиления метаболизма это один в один. А один в один, ребята, поверьте мне, это один в один тема усиления детского иммунитета. Вот ребенок болеет, и родителям вот позарез надо усилить ему иммунитет. И коль скоро вам надо усилить иммунитет, то огромное количество народу прямо протягивает вам огромное количество золотых таблеток. Нате, кормите. То есть вместо того, чтобы Физические нагрузки, закаливание, минимум гаджетов, спорт, прогулки, свежий воздух. Вместо всего этого сидим валяем дурака, целый день пятимся в смартфон, все такой задницей, да, и даем ребенку что-то для усиления иммунитета. Вот как у педиатров усиление иммунитета, вот так у терапевтов разгон метаболизма. Особенно с учетом того, что на сегодня чуть ли не самая острая проблема терапии, это так называемый метаболический синдром. Это отдельная тема, но это реальная ситуация, когда количество потребляемых калорий намного выше, чем способность нашего организма эти калории усвоить, переварить и так далее. Когда растут попы, бока, висцеральный жир накапливается, и с этим связаны диабет второго типа, и ожирение, и гипертоническая болезнь, и атеросклероз, и куча-куча всего. И люди хотят, чтобы им дали волшебное снадобье для ускорения метаболизма. Цель моего обращения к вам состоит в том, что нельзя никакой волшебной таблеткой, нельзя никаким чаем или кофеином, нельзя никакой специальной едой и никакой диетой, нельзя в долгосрочной перспективе ускорить метаболизм. То есть, да, конечно, если вы сейчас наедитесь в большом количестве белковой пищи, то у вас на какое-то время обмен веществ активизируется. Но потом он обязательно притормозится, потому что этой пищу надо же будет потом расщеплять каким-то образом и так далее. Я вижу смысл моего обращения только в следующем. Если вы ищете легких путей в жизни, если вы хотите избавиться от лишней попы и метаболического синдрома с помощью волшебных снадобий, ничего у вас не получится. Самая логичная и правильная в долгосрочной стратегии перспектива ⁇ это коррекция образа жизни. Не диета, когда вы думаете о питании каждый божий день или каждую божью минуту вам отведенную. Потому что пока у вас есть чувство голода, организм тормозит изо всех сил обмен веществ. Он готов, он готовится, потому что жрать не дадут. Жрать не дадут, надо затормозить обмен веществ. То есть фактически вы хотите быстро ехать на автомобиле, и тратить не 5 литров на 100 километров, а 50 литров на 100 километров. Но произойдет это ценою ресурса вашего двигателя. Поэтому надо еще раз говорю думать на перспективу и диета без экстремизма и без чувства голода, а с правильным подбором продуктов обо всем этом я вам обязательно со временем расскажу. и физические нагрузки постепенные с нарастанием, без экстремизма, без ощущения, что вам уже жить не хочется, а надо до сих пор заниматься спортом и так далее и так далее. Только не надо дурить себя, и верить в то, что с помощью волшебного снадобья вы разгоните себе метаболизм. Разгоняя метаболизм, не потеряйте здравый смысл. Делайте, пожалуйста, правильные выводы.